Якщо словосполучення «капець любві» працює для вас краще за будь-який будильник, ви точно наш клієнт. Точніше, ви точно слухаєте Радіо Рокс, знаєте про існування програми «Come Together» і вже, напевно, святкуєте її перший ювілей. «Come Together» 10 років, і культові ведучі культового шоу Соня Сотник та Сергій Кузін дарують фанатам у 10 містах України щастя розвіртуалення. Ладно, вони просто їздять до вас із живими концертами. Дніпро був першим. Ранкове шоу «Come Together». Оце так річ. Зачепило. До глибини душі. 9.45 на Радіо Рокс. Вільний погляд на чесну музику. Для мене Радіо Рокс – це сімейне радіо, яке слухаємо всією сім'єю. «Come Together» – це кожне утро. Веселое утро, бодрое утро. Спасибо ребятам. Просто хорошая музыка, отдых, релакс. Ой, это супер. Спасибо очень авторам Радио Рокс за то, что они есть, за то, что они находят это чувство юмора и вкус, вкус музыки, вкус к року, которые реально вот что-то поднимают внутри и то, что заставляет людей с утра вместе с утренним кофе с удовольствием ехать на работу и поднимать экономику Украины. Кусок истории жизни. Большой, самый веселый. Фактически это каждое утро в хорошем настроении. Это классное утреннее настроение. Во-вторых, это позитивно весь день. И в-третьих, это просто стиль жизни. Очень люблю, всегда слушаю, всегда позитивное настроение. Ну это круто, у меня дети на этом сидят. Ранкове шоу «Come Together». Оце так річ, зачепило. «Come Together», конечно. Любимая рубрика? Конечно же, краш-тест. Она самая веселая. Ну и спам от Сони всегда, всегда, всегда. Очень интересно. С утра загадывание песни, и нужно ее отгадать. Я не знаю, это как правильно называется. Спам. Всегда весело, очень. Вона прикольна, тому що вона не про єдина рубрика, яка не про музику. Мені подобається краш-тест, мені подобається жертва рока. Ну, тобто всі, насправді всі. Многим нравится жертва рока, а я люблю спама Сонь. Соня іноді на такі викапує штуки. Вона тим більше абсолютно імпровізаційна. Ну, знаєш, вони всі там більш-менш імпровізаційні. Ну, от мені нравится спама Сонь. Жертви бувають інтересні, краші. Сьогодні був краш шикарний. Соня там Бонні Тайлер порвала просто як тузик грілку. Там такую страсть включила, очень смешно. Ой, оце несподіванка, слухай, я навіть не знаю, яка улюблена рубрика насправді. Напевно, знаєш про особисте, напевно, тому що там ми вже можемо щось сказати. А насправді в кожній є якась така кайфуха, така крила штука, якщо вони не зникають до сих пір з ефіру, а вони 10 років не зникають з ефіру, якщо наші слухачі кажуть, що тільки не забирайте, от, значить, відповідно, кожна з них має особливу цінність. А разве в «Come Together» может быть кто-то любимый? Этот дуэт неповторим сам по себе. Любимый ведущий. Они будут сейчас на сцене. Не могу разделить ни Соню, ни Кузина. Одинаково, да. Чем они вас любят? Искренностью. Тем, что они такие, какие есть в эфире. И это чувствуется. Пока ты настоящий, пока ты не пытаешься самоутверждаться за счет слушателей, пока ты умеешь относиться в первую очередь иронично по отношению к себе, пока ты самый ироничен, пока ты не придумываешь каких-то отмазок в тех случаях, когда ты чего-то не знаешь, когда ты живешь эти 3 часа так же, как их живут остальные люди, до тех пор ты, может быть, не самый комфортный, но точно интересный собеседник. Значит, это может жить долго, потому что самое страшное в этом деле – скука. Понятно, что мы все фоновые, что радио – это история для когда нечего делать, но все-таки пробки на дорогу, на работу, с работы. Если я попадаю в какой-то резонанс с людьми, которые слушают «Рокс», пользуюсь теми же самыми
кусками из книжек, теми же самыми фрагментами из фильмов. У меня те же самые примерно ностальгические воспоминания о поре советского периода, когда мы слушали западный рок. До тех пор я этим людям буду нужен, а они, я надеюсь, вернее, они мне точно нужны, я надеюсь, что я им буду нужен, хотя бы для того, чтобы они вспомнили себя молодого. Вот, как только начинается вот такое все это, игра в ведущего, все это говно на палочке. Мені здається, що кожна людина боїться лишитися на самоті. Боїться бути самою. І радіо допомагає не залишатися на самоті. Тобі здається, що з тобою хтось є поруч, з тобою хтось говорить. Ну, зрештою, люди відчувають самотність, радіо буде жити? Люди будуть завжди відчувати самотність. Тому що вони є самотні, насправді. Все, кто посчитал, что нам 100 лет на двоих, понимают, что это основная часть этой цифры, это моя заслуга. Как сказать, не надоело. Бывает, конечно, ноешь сам себе, потому что утро, потому что 5-10, а годы идут, вот это вот все. Нет, на самом деле я думаю, что радио без меня точно обойдется, а я пока без него не могу. Слушай, это счастье, ну не можешь счастье набриднуть, правда? То есть счастье прокататься там с найкращою музыкой на земле, слушать свою любимую музыку и еще за это отримувати гроші. Ну, як це можна набрати? Нет, не набриднуть. Это у меня такой очень убедительный баланс между всем, что я делаю на радио, кроме Камтугезы. Камтугезы у меня вот все это уравновешивает в самом лучшем смысле этого слова. Единственный конфликт, который я испытываю вообще по отношению к этому продукту, это переход от сна к бодрствованию в 5 утра каждое утро. Вот эти 3 минуты мне даются с трудом, потому что я тупо сова. Да, снотворное, таблетки. Иначе я не могу заснуть. Я просто сова. Я не могу заснуть рано. Из-за этого вынужден всякими пользоваться усилителями сна. И вставать трудно. А потом, пока вот душ уже все хорошо, сел в машину, уже могу песни петь. Ну вот, розумієш, ми працюємо на контрасті, так? Йому важко, тому що мені легко. От, я починаю мені. Ні, ну насправді ні. Мені, можливо, інколи навпаки, от останні хвилини шоу вже тяжко. Тому що в тебе така вервечка, та яку ти плетеш спочатку до кінця, а потім, коли кінець, ти не знаєш, типу, куди далі. От, треба закінчувати, я закінчувати не дуже люблю. У котрі ти лягаєш спати? В середньому? У 12. А встаєш? В 5. Ти ж не досить. Так. Да. Так і живу. Ранкове шоу «Come Together». Но никогда не боялась рожать, и вышла б замуж за Омара Хайяма, лишь бы не расстраивать мать. Он не боится влезть в клетку с тигром, но больше сил к теще на блины, и он откроет глаза, пиво погибнет, если вдруг 37,3. Дополняем друг друга, как потертые пазлы, несмотря на то, что разные мы. Один эфир на двоих, один эфир на двоих. И
Peabody, один эфир на двоих, один эфир на двоих, один на двоих.